Задание 1. Для покраски потолка требуется 270 грамм краски на 1 квадратный метр. Краска продается в банках по 3 килограмма. Сколько банок краски нужно купить для покраски потолка площадью 37 квадратных метров? Решение. Рассчитаем объем краски, который необходим для покраски 37 квадратных метров потолка. Знаю, что на 1 квадратный метр нужно потратить 270 грамм. Получаем 270 грамм, умножаем на 37 квадратных метров. Это дает 9990 грамм краски. Учитывая, что краска продается по 3 килограмма, то есть по 3000 грамм, получаем, что 9990 грамм делим на 3000 грамм, это будет 3,33. То есть нужно купить 4 полных банки. Ответ 4.